В рамках недели знаний в компании ArcelorMittal Темиртау организовали экскурсию по металлургическому комбинату студентам Карагандинского индустриального университета, получившим в марте текущего года образовательные гранты от компании. Первым пунктом экскурсионной программы стало горячее производство, а именно конвертерный цех. Далее ребята посетили сортопрокатное производство, куда из МНЛЗ направляются блюмы. Заинтересованных студентов встретил старший мастер стана Антон Гусев. Он рассказал и показал, как из блюмовой заготовки получается арматурный прокат. Что такое у нас прокат? Все, наверное, знаете, делали когда-то пельмени и все что-то другое, да, из теста. Есть большой кусок у нас теста, что мы делаем? Мы его постоянно обжимаем. То же самое и тут происходит между клетями. Заготовка заходит, у нас волки есть, как вы можете посмотреть. Есть вертикальные, есть горизонтальные. То бишь вертикальные клети обжимают заготовку так, вертикальные, соответственно, вот так. И каждая клеть уменьшает этот объем. Как я говорю, как мамы наши, бабушки делают тесто, обжимают, и в конце мы получаем нам нужный результат. Последняя клеть на данный момент, это 12-я клеть, она уже производит сам арматурный прокат. Студенты побывали на постах управления сортопрокатного цеха, который можно сравнить с кабиной самолета. Именно оттуда осуществляется весь контроль и управление рабочим процессом сортопрокатного производства. Готовую продукцию цеха будущие бакалавры также увидели своими глазами. Завершающей точкой экскурсии стал цех горячего цинкования и алюминирования. Цеховики показали студентам процесс получения оцинкованной продукции, широко используемой в производстве строительных материалов. Студенты оказались на комбинате впервые, поэтому впечатлений у них осталось много. Конвертер больше не по профессии, потому что там идут идет процентовка, собственно говоря, металлов и тому подобное, то есть я должен знать это. Очень было интересно наблюдать за тем, как работают краны, все эти масштабные такие произведения, очень было интересно. Особенно, как выпуляются остальные листы, про это все прокатывают, очень интересно. Увидел, как делают слябы, побывали вот на ЦГЦА, на конвертерном побывали, было очень интересно и прикольно. Также, по словам ребят, поскольку они обучаются по таким профилям, как металлургия, металлообработка, химическая технология, теплоэнергетика и строительство, визит на предприятие оказался особенно полезным для получения новых знаний. Кристина Кириченко, Евгений Ходарев, Новости Темиртау.